Пида. Всем привет, с вами я, Влад, и сегодня у нас немножко грустно. Давай еще один. Еще один трюк, это не трюк. Дайте руки, расстаньте уже смеяться, и я вам сейчас покажу. Простите. Эй, Фокс. Если что, со мной Давид, я уже ему рассказал, какой трюк не считался. Сейчас я вам покажу. Вот такой. Типа так, простите меня. Я просто думал, что так, так будут гонки считаться, и то я слишком понял, я думал, что... И зато есть одна хорошая новость, что у меня есть, что я сделал один трюк в один раз лучше, два раза лучше один. Я сейчас покажу, Давид уже видел. Вот я сказать, а ты уверен, что у тебя выйдет? Ну да! Хочу-ка попробовать, бо у меня он выходил. Мам, что это за бульон? Что ты мешаешь? Кто у меня мама? Давид. Простите меня за это, зрители. Мама, что мы будем ставить? Ты же мне так и не сказал. Ну, можно что-то другое. Как всегда, мне мама дает. Ну, или не всегда. О! Ай-яй. Солнце я забыла. Мама, зачем тебе заново это повыскать? Ну, мешать. Ладно, все, больше не буду. Просто это же так будет смешно для зрителей. Чем до выстигов? Че не? Я еще до ланча. А, ты тоже до ланча вышел? Да. Все, короче, будет крутая гонка, которую я выиграю. Заплатите. Ну вот, представьте, вы теперь пацаны, вы теперь с улицы кругом. Я иду в Мартин! Я с там другим месяце. Я иду первый! Деньги там, кто не хотел бы кубанить. О, я с тем другим ей. Ах, другим я с тем. На другим я с тем. Я тебе жду... Да Наталья выиграл мне.
Ладно, всем пока-пока. Я же забыл вам показать этот трюк. Ну, простите, что Давид не сказал привет. И сори, Давид, же я с тобой уже не размазан трохи. Бо у меня видео как бы. Как бы я не всегда с тобой уже с видео. Так, пошел, у меня нету своего мира. Ale dlaczego? Co? Gdzie jedziesz? No to pa. Раздевайся, снимай, что-нибудь. Ладно, всем пока.